Строительство водопровода в южную часть города набирает темпы. С наступлением теплой погоды подрядчик активизировал земляные работы. Только за 2 дня строители проложили более 100 метров магистрального трубопровода. Всего 250. В данный момент мы начали прокладывать трубопровод от ЖД путей до еще 400 метров, до проходной завода РИП. У нас 315 труба идет. Сейчас в данный момент мы 80 метров проложили по захватке. Идет засыпка грунта с трамбованием будет у меня сегодня. То есть хочу сегодня вот эту захватку полностью засыпать, песком подсыпать щебнем. Песок и щебень, используемые при засыпке траншей, необходимы для дальнейшего благоустройства. Материалы дадут усадку, после чего участок тротуара будет заасфальтирован. Комплексное благоустройство пешеходной дороги по Карыша по распоряжению главы округа Муром Евгения Рычкова намечено на лето этого года.